Алло? Да, Владусик. Алло? Да я тут, я тут, Вопросы? я тут. А сколько получает уборщица? Да я не знаю, правда, я не узнавал, я узнаю. Ты же ищешь потенциальную жену. Угу. Для меня это очень важно. А сколько получает уборщица для тебя важно? Ну а кем я могу работать в Греции, кроме уборщицы? Ну ты можешь быть со мной видеоблогером, стримером. Это фигня. Так, а почему фигня? Если тебе нравится общаться с комрадами, то также будешь общаться. Ты же понимаешь, что это все нестабильно. Я 60 тысяч смогу зарабатывать в Греции? Подожди, уже 60 тысяч? Ты говорила, 6 тысяч тебе нужно. Ну вот смотри, 60 тысяч в общем, да? 6 тысяч это необходимые расходы на маникюр, педикюр, косметолог и парикмахер. Ебаться. И еще ты ему должна стричь ногти раз в полгода и подмывать папу раз в месяц. Он оплатит все счета. Уважение. Спасибо, Лутана. Роскошно. Мой муж очень напрягся. И знаешь, что я боюсь? Что? Алло. Да, что да, он там. Паспорт отберет. Паспорт отберет? Ну, блядь, ну так ты... Ну тогда живи с ним, но я не знаю. Я не хочу... Это же ваш... Да, ну... Ну, нет. Вы решите сами. Я против таких мер. Если я чего-то хочу, если я хочу с кем-то быть, то я должна это реализовать. Ну пускай муж тоже приезжает. Будем тебя вдвоем трахать. Нет. Нет. Влад, ну о чем ты говоришь вообще? Привези мне подарок из Москвы, Страпон. Они же там дешевле, чем здесь. Ты же меня можешь отстрапонить-то, правильно? Я могу, но я думаю, что в Греции это тоже есть. Да, но это не дефицит. Но это не дефицит, просто это искать надо, да и дешевле. Да это можно купить где хочешь, даже пальчиком. Не, пальчиком нет, это не серьезно. Это я тебе пальчик в попку вставлю, а ты мне должна искусственный хуй в жопу вставить полностью. Мы купим в Европе, в Амстердаме. Да какой Амстердам-то? Какой Амстердам? Европа 2 часа от тебя, Амстердам. Нахера мне Амстердам, если я в Греции? Тебя что, сразу нужно выебать? Так что, мы сразу за Страпоном полетим в Амстердам, что ли? Конечно. Танюш, ну давай будем реалистами, как бы. Надо это самое... А что ты хочешь? Ты приедешь, мы там узнаем друг друга, пообщаемся, как бы дома посидим. Солнце, я правда приеду. Да, мне тоже нравится фотография, которую я тебе отправила. Да, вот последняя фотография, это просто пушка. Просто я прям, мне даже дрочить захотел. Но я не подрочил. Ты про грудь? Да. Если ты, конечно, не будешь мне отказывать в близости. А иначе тогда это самое. Это плохо. А после секса я хочу спать. Да, все хотят. Все хотят. Ну, как бы пугали, что ты меня не будешь кормить. Кто тебя пугал? Зачем меня кормить? Кто тебя пугал? Фрукты растут на деревьях. Ты будешь фрукты ходить собирать? Что за бред? Я-то думал, что ты будешь моей женой, останешься потом ко мне навсегда, переедешь. Мы же планируем-то наперед вообще, как бы. А кошка моя? Кошку в самолете. Вот честно, боюсь кошку с собой брать, потому что ты ее можешь выкинуть. Ты что, бредишь-то, а? Ну а вдруг? Ты скажешь, она сама убежала. Ты что вообще бредишь-то? Алло. Да я тут, братуха, я тут. Братуха? Сестренка.
Нет, неправильно. Малышка. Бэби. Бэби. Не, ну ты же сама говорила, что ты не привыкла к ласке. Сука ебаная. Да, сучка. Спасибо, солнышко. Нежится, сука. Ну, ты прекрасно знаешь, да? Что я очень эмоциональная личность. Что у меня бывают перепады в настроении. И в марте мы начнем серьезную переписку. Да. А до марта ты можешь искать, а вдруг кто-нибудь и приедет. Я бы, конечно, в Таиланде с тобой пересеклась, но коли ты настаиваешь... Да какой нахуй Таиланд? Я там трансов захочу. И про тебя позабуду. Там трансы меня пленят своими хуями. И все, я побегу с ними. Ты же знаешь, что это не главное. Как это не главное? Секс очень важен. Ты пиздишь. Как ты, блядь, пизжу? У меня хуй стоит не паханный, блядь, 3 года. Вообще, ты о чем? Утром я тебе отправила шикарное фото. Ты дрочил? Нет. Значит, не стоит. Я вчера дрочил. И кольца у меня есть для дрочки, чтобы хуй держался, чтобы там кровью наливался хуй. А хуй сегодня стоять будет. У тебя были шикарные фото. Ты не дрочил, значит, не стоит. Поэтому похую. Если у нас с тобой интима не будет, то ты мне нахуй не нужна. У нас с тобой такой интим будет, даже МЖМ. ЖМЖ. Ну, если трансвеститу. А, ну если. Ну, а вот, да. Это уже другое дело. Вот это уже хорошо. Вот это уже ближе. Таиланд. Да зачем в Таиланде? Здесь трансы есть. Как нахуй Таиланд? Я вот ебанутая по полной программе, и мне нужна нумерология. Да пожалуйста, ебаш. Дата рождения. 5 ноября. 5 + 11 это 7. А ты 82-го или 5 + 11 будет 16. Алло? Алло? 81-го или 82-го? Алло, алло? Сука, алло, 81-го? Сука, алло, алло, 81-го. Пиздец. Что за нахуй, что такое? Знаешь, что случилось? А ты же петух. Да я хуй знает, может и петух, мне похуй, я не знаю, бля. Я в душе не буду. 81-й, если петух по-восточному. Я не знаю, может быть петух, пусть буду петухом. 25? 25 + 6 = 13. Да, ты, сука, ебанутая, блядь. Но я тебя все равно буду любить. Ебать. И любить. Да, 13. Ну да. По Жану Гаверу это планета принцев. Принцесс. Да, что у тебя на носу, то у тебя и... А я, знаешь, кто по Жану Гаверу? Почем? Алло? Алло, Жан Гавер. Французский нумеролог. Алло. 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 Почему я тебе понравилась? Алло, а почему я тебе понравилась? Алло, вас не слышно. Добавочно 362. Алло, алло, алло. Греция на связи. Алло. Алло. Вы продолжаете разговор? Алло, алло, у вас разъединяете или вы продолжаете? Алло, стропон вам в жопу, алло, сука, блядь. Ой, солнышко, алло. Алло. Какая ты прелесть, алло. 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 Алло, блядь, а не алло, что за алло, нахуй, алло, блядь, алло, нахуй, алло. Алло. Не алло, не алло, а алло, блядь. Что за алло, нахуй. Ты меня будешь кормить? Алло. Ты меня будешь кормить? Буду кормить, да, буду кормить, да, буду. А ты будешь мне свою пизду давать? Чем ты меня будешь кормить? А ты мне пизду свою будешь давать?
там рады, и подписчики. Заткнись, блядь. Ты мне свою пизду будешь давать? Зачем ты меня будешь кормить? Заткнись, блядь. Алло. Алло. Хуйло нахуй, блядь. Пизда старая. Этот, как это, паштет. Блядь, ебанатка. Чем ты будешь кормить меня? Дура, блядь. Сам ты ебанутый. Да я тебя люблю, сучка. Чем ты меня будешь... Чем ты меня будешь кормить? Чем? Это чем? Елена интересуется. Лавровый лист растет на улице. Вот. Нет, ты говоришь, что у вас растут на деревьях продукты. Какие? Какие продукты? Ну, масло оливковое, подсолнечное. Ну, хлеб растет. Оливки. Шпрот иногда можно. Продукты растут. Но ты, блядь, скажешь, сука, дура, блядь, тупая старуха, блядь, сам паштетная. Алло. Хуйло. Хуйло, да-да-да. С тараком на жопу. Слушай, солнышко, нам нельзя нервничать. Так и не доводи меня, сучка. Да, ну, солнышко, ну, правда, ты мне очень нравишься, и это такой прям драйв. Скажи, что ты хочешь мой хуй. Скажи, что ты хочешь мой хуй. Я очень хочу твой хуй. Ну, вот и хорошо. Какой бы он ни был. Вот и хорошо. Я буду тебя мыть, я буду тебя массажировать, мять и есть. Братан, че ты там? Алло. Алло, Тань, алло, 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 Тань, алло, 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 Тань, алло, алло. Алло, Таня. Ну все, раз поговорили, тогда я спать. Че делать? Да, да, блядь. Опачки, тр-та-та-та-та-та. Опачки. Алло. 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 На канал Дом с сыром не подписался, со стропоном в заднем месте оказался.